зовут Даник. Сегодня мы не будем открывать Gravity Maze. Привет, меня зовут Даник. Сегодня мы будем открывать Gravity Maze. Вот она, игра Gravity Maze от фирмы ThinkFun. Она состоит из кубиков и карточек. Игра на логику. Написано, что в нее можно играть с 8 лет. Но я думаю, что мы с тобой разберемся. Да. Открываем. Опа, и что здесь есть? Здесь есть поле для кубиков. Вот такие разноцветные кубики с разными ходами. Железные блестящие шарики. Куча карточек. И, естественно, инструкция. Даник уже там что-то собирает. Мы выберем карточки Beginner для самого первого уровня. Вот, начнем с первой карточки. Здесь нужно поставить красный квадратик так, а оранжевую башню вот так. Смотри, тут есть специальные точечки, ты должен ориентироваться по точкам. Вот они, эти точечки по бокам. Смотри, это ставится сюда, видишь точки? И тут видишь точки? Это ставить сюда надо. Так, и красную надо поставить. Вот так. И что нам нужно? И нам нужно сделать так, чтобы шарик из этой башни пришел в эту башню. И нам нужно добавить фиолетовую и серую башни так, чтобы шарик из красной башни, нет, чтобы шарик из оранжевой башни пришел в красную. Даник уже что-то строит. Достанем шарик. Тяжелые такие. Запусти сначала шарик и посмотри, куда он прилетит и что будет. Так, ну-ка. Ага. Значит, теперь нам надо горку тут сделать, да? Нам сделать надо так, чтобы получилась горка. Вот, видишь, горка тут есть. Видишь, как ее надо поставить. Отлично. И один серый. Ну-ка, давай. Ух ты! Он пришел в домик, пришел в красный. Опа! И он в домике. Карточка номер 2 нам нужно расположить. Вот так, голубой и красный кубики. И добавить зеленый, оранжевый, фиолетовый и серый. Совпадает по точкам? Теперь красный куда надо поставить? Сюда. Вот так, молодец. Нам нужно взять серый, фиолетовый, оранжевый и зеленый. И все это дело нужно скомпоновать так, чтобы шарик пришел в красный домик. Так. Даник совершенно правильно мыслит. Он смотрит, в какую сторону должна идти горка. Так. Конечно, попробуй. Кстати, тут есть место для шарика. Он тут может этот шарик отдыхать, когда ты работаешь, пока ты составляешь башни, видишь? О, да. Класс. Ой! А я думала, что он сюда упадет. Так, шарик, один шарик закатился к нам под холодильник. Достаем еще один. На. А что же это? Так, Даник решил поменять тактику. Посмотрим, что у него получится. Не, смотри, вот он упал, упадет сюда, потом сюда. Да, давай. Даник решил каждый ход проверять, как шарик падает. Сюда. Так, отлично. Сюда, сюда положи его, чтобы он не бежал. Так.
Что тут получается у нас? Ага. Так, посмотрим, что же будет делать Даник. Не подходит так? Ага. И теперь... А теперь что? А теперь так. Давай. Ой! Он так и попал в свой домик. Молодец, дай пять. Молодец. А вот с другой стороны подсказки, но Даник ими не пользовался. Следующая карточка. Нужно установить красный и голубые вот таким вот образом. На, смотри. Смотри по точкам, чтобы подходило. Так. А это как? Ага. Так. Даник, ты что-то задумал тут, какую-то конструкцию. А ну-ка. Что-то вот он умное реально задумал ты, Даник, да? Что-то ты реально умное задумал тут. А дальше что? А я советую тебе шарик запустить и посмотреть, куда он полетит. Ух ты! Опа, каждый раз по новой падает. Ну, видишь, он не приходит туда, куда надо. Ой, надо все равно немножко изменить. А может, он сюда упал? Так, это потом. Это уже немного сложно, да, Даник? Чтобы она сюда упала, Ну, надо использовать еще две вот эти вот, зеленую и оранжевую. Их не надо. Вот, тут написано, что нужно их использовать. Это реально сложно даже для меня. Давай-ка по принципу башни используй. От большого к маленькому. Давай. Вот это убирай. Ставь теперь меньше. Ну-ка. Только наоборот. Наоборот же надо, да, надо ставить или нет? Ну-ка. Вообще их можно по-разному ставить, эти штуки. Так, смотри. Теперь шарик должен упасть сюда, а потом выпасть сюда, да? Так. Что-то Даник понял. И где его финиш ждет? Вот. Так, вот так, Даник что-то собрал. Ну-ка, давай. Вау, Даник! Молодец! Ох, Даник доволен собой, у него получилось. А теперь он хочет посмотреть подсказку, да? Как у меня. Да? Точно так же? Да. Ты проверяешь себя? Та-дам! Конечно, все, Даник втянулся. Данику хочется еще и еще и еще. Опа! Что теперь? Теперь возьмем вот эту карту с номером 4. Даник, ты прошел до 4-й карточки. Тебе нужно вот это вот все взять. Нет, ты что? Нельзя? Ты что? Попробуй так сначала, это же самый кайф. Да? Так. Это сюда. Вот, смотри по точечкам. Там точки нарисованы, видишь? Да. Посмотрим, пройдет ли Даник 4-ю карточку. Четвертую. Обратите внимание, это игра с 8 лет.
А Даник уже он управляется. Так, и что нужно сюда добавить? Нужно фиолетовую и серую кубики, башни. Фиолетовую и серую башни. Фиолетовая. Это серая и фиолетовая. Так, ну посмотри, что тут можно сделать. По-моему, с оранжевой надо запускать. Ну, давай, посмотрим. Опа! Опа! Наши башни падают, наши небоскребы. Давай, запускай. Оп-оп-оп! Ну-ка, что нам теперь нужно сделать? А, ну-ка. Не-не, там нету. Вот, видишь, Даник, тут кружок, показано, что отсюда надо запускать. Там, где кружок. Там старт. Ну, куда подбежал шарик? Ага. И как нам сделать, чтобы он попал к себе в домик? Если эту штуку, ну-ка, поставить как-то вот так, например. Или нет? Стой, если оно выпадает сюда, то нам надо, чтобы она пришла сюда. А как так сделать? Ну, сейчас она сюда выпадает, да. То есть нам надо ее повернуть сюда. Если мы сделаем... Видишь, тут же можно еще вот так сделать. Вот так. Так. А, я понял. Что дальше? Ну, я думаю, что это у меня так. Это неправильно, мне кажется, я придумала. Я хочу так попробовать. Давай. Как-то так. Ну, давай. Ой! Так ставил, да? Так ставил? Нет, и так ставил. Вот так. Да? Ой. Эй! Чё ты не становишься? Вот. Сюда, сюда, потом сюда, да? А дальше как? Чего? Подожди-ка, Даник. Подожди-ка. Нам нужно сюда, да, чтобы она проникла. Ну все, по-моему, Даника сейчас получится. Давай. Ой, мне кажется, мало скорости у нее тут было. Вау! Ну-ка, давай. Чтоб много скорости было. Ух ты, молодец! Еще одну. Последнюю, да? Последнюю, пятую карточку. Ты знаешь, Даник, у мамы не работают мозги так быстро, как твои. Что-то мама соображает медленнее. Там нужно одну красную поставить и одну чего? Фиолетово, зеленую и фиолетовую вместе одна на другую, что ли, должны стоять? Вот так? Ой, я не знала, что их можно соединять. Прикол. Внизу фиолетовая, да, зеленая наверху. Какие надо добавить сюда? Аж 5 штук надо добавить здесь. Здесь нужно добавить, смотри, голубую, зеленую, желтую, фиолетовую и серую. Давай. Все есть? Все есть, да? Да. Давай. Это все. Давай. Начни, наверное, с самых высоких. Пониже, 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 чтобы она так спускала. Угу.
А разве не нужно все использовать? Ой. Куда оно упало? Вот сюда. Ну-ка, ну-ка. Опа. Ой, не получилось. Так, чего-то Даник задумал, мне кажется. Чего-то он задумал. Сдаешься? Давай вместе подумаем. А ну-ка, давай, запускай. Опки! Он у себя в домике. Все, Даник не может остановиться, по-моему, он все играет. И... А-а-а, напали на город. Годзилла напал на город. Рушит город. Даник. Оп! Он хочет еще карточку. Нет! Нет! Да. Тебе понравилась игра? Да, я хочу еще. Если вам нравятся игры на логику, смело ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Пока! Годзилла напал на город! А-а-а!